сегодня битстайм в Екатеринбурге. А все потому, что сюда приехал колорист с мировым именем Джастин Айзек. Сегодня он представит три уникальных технологии окрашивания волос для парикмахеров и стилистов. Такого глобального мастер-класса я просто не видела в своей жизни ни разу. Масштаб события соразмерен и личности Джастина Айзека. На сегодняшний день он один из самых востребованных и креативных колористов мира. 20 лет сотрудничает с компанией Redken и регулярно разрабатывает трендовые техники окрашивания. Сезонные новинки. Джастин и его команда технологов из Екатеринбурга, Сочи, Перми и Челябинска представили уже в 4 городах России. От нашего города выступила Ирина Жохова, тренер по парикмахерскому искусству, член национальной арт-команды Redken Russia. То, как Джастин, работая с светом, вводит окружающих в гипноз. Невероятно приятно наблюдать, как он создает этот цвет, и потом просто куча эмоций вызывает результат. Мы проработали уже неделю на бэкстейдж, создавая цвета. Мы выкрасили невероятное количество тон краски, осветляющих порошков, продуктов. На самом деле сейчас эра ярких оттенков. Это уже не какая-то ассоциация с суперкреативом или сумасшествием. Мы вступаем в эру нового тренда – это яркий цвет. Но суть этого мастер-класса в том, что мы даем решение, очень употребимое в салоне. Окрашивание волос – это новый макияж. Именно под этим девизом, по мнению Айзека, необходимо относиться к изменению цвета волос. Что значит, если выбирать безопасные красители и определенные техники, выглядеть по-разному можно практически каждый день. Если говорить о том, что нас ждет в ближайшем будущем, это вертикальные линии. Они могут быть как совсем тонкие, так и насыщенные, плотные, но в основном вертикаль возвращается. Также сейчас входят в моду серые металлические оттенки, даже среди молодежи. Мы можем выбирать спокойные тона или же яркие, в зависимости от того, как это отражается во внутренней природе каждого из нас. Еще одно ноу-хау от мастера – это окрашивание пряди волос в форме звезды. Максимальный эффект при самых малых затратах. Если мы говорим о технике «звезда», она сейчас будет наиболее актуальна и интересна. Собранные волосы в хвост меняют направление того, как волос лежит. И когда мы его распускаем, волосы возвращаются на свое место, и они раскрываются веером. Если мы вместо звезды возьмем секцию круглой формы, все будет очень ровно и будет одинаково распадаться, а звезда за счет углов помогает сыграть с направлением, оттенками, интенсивностью и смотрится более эффектно и богато. Очень рады, что сюда приехали. Все на высшем уровне. Мы вообще в восторге, в полнейшем. Я очень рада, что я попала на это мероприятие. Я почувствовала себя, как будто я в Америке, потому что у нас не проходят такого масштаба мероприятия, чтобы мы стояли на болванках, такое все как шоу. Это очень завораживает. Хочется после этого быстрее-быстрее ехать в салон, отрабатывать это все, применять новые техники. Это очень важно, это современно. И сейчас весна, как раз нам нужны яркие образы. Так уж сложилось, что именно американские визажисты, парикмахеры – законодатели мировых тенденций колористики. И, возможно, то, что увидели гости презентации, станет новой реальностью уже завтра – яркой и непосредственной.